Всем привет! Сегодня я хочу вам показать систему нумерации ударов от Майка на груши. Дело в том, что раньше я вам показывал это в бою с тенью, а сейчас хочу вам показать на груши, чтобы было, так сказать, понятнее, еще понятнее, значит, какой удар куда предназначен и как на груши это тренировать, отрабатывать. И хотел бы сказать, что понятное дело, что в интернете можно все это найти, но на моем канале этого еще нету. Вот, и я решил заснять это видео. Значит, как чертить, как, значит, обрисовывать эту схему, я сделал по своему росту или чуть-чуть выше. Ну, то есть, допустим, вот единичка, она приходится в область моей головы, да. Ну, если я буду в позиции, то получается, что чуть-чуть, как бы я немного приседаю, да, то получается, что чуть выше. Ну, то есть мой соперник тоже, если будет в позиции, будет, допустим, его голова находиться на этом уровне, то получается, что он уже будет иметь где-то по 2 метра. Вот. Значит, как мы все знаем, или большинство из нас знает, что большинство нечетных цифр приходится на левую руку, а четных на правую руку. Значит, удар под номером 1 это удар сбоку. И удар под номером 2 это удары сбоку по голове, или хук, или кросс. Вот. Удар под номером 3 и 4 это апперкот, то есть удар снизу по челюсти. Как бы, ну, в некоторых случаях он может быть нанесен там и в область сердца, ну, так сказать, по груди. Понятно, что тройка это левой рукой, четверка это правой рукой. Значит, удары под номером 5 и 6 это удары по корпусу, тоже, как правило, наносятся, как бы так сказать, немного сбоку, да, или как апперкот, только уже в области корпуса. Значит, удар под номером 7 это прямой удар по голове. Майк демонстрировал, как бы показывал эти удары левой рукой номер 7, да. Но я в интернете нашел, как бы, информацию, мнение людей, что, значит, этот удар, как бы, номер 7 используют, так сказать, и левой, и правой рукой. Вот, и я считаю, что это удобно, когда в каких случаях, вот, нужно и так, и так. Вот, а уже, значит, удар под номером 8 предназначен больше для левой руки, ну, особенно для правшей. Потому что левой рукой, значит, мы наносим удар в живот. И, допустим, если удачно, да, то наш соперник, как бы, от боли делает вот такое вот движение, как бы, да, наклоняется вниз, да, и подставляется, получается, под свободную руку правую, да, и тем самым мы, так сказать, наносим удар под номером 4. Вот. То есть удар под номером 8 это удар, прямой удар в область живота. Вот. И чтобы еще добавить, ну, я думаю, понятно, что, как бы, можно чередовать, и нужно, да, для тренировок эти удары, как бы, чтобы было сложнее, так сказать, и развивало вас, и интереснее было заниматься. Вот, но если вы, допустим, хотите научиться более точно, да, как бы, наносить удары, скажем, в области печени или каких-то других слабых мест, ну, допустим, если брать, в пример, печень, да, то в данном случае я вымеряю, вот где у меня пятерка, да, я вымеряю, в какой области, допустим, находится печень, или находилась бы печень, да, если бы я стоял вот в такой позиции, да, то примерно где-то, скажем, вот здесь, да, тогда вы делаете, как бы, вот так вот вымеряете, да, и стараетесь наносить вот именно удары, именно, значит, точечные удары в эту область, вот, и это, как бы, так сказать, ну, увеличит ваши шансы на то, что вы будете, как бы, и чаще, и точнее попадать вот туда, куда нужно. Вот. Потому что вы, как бы, приучите себя целиться туда, куда нужно. То есть уже если будет случай, допустим, с вашим соперником, то вы тоже будете подстраиваться уже под него. Вот. Лучше, чем если бы вы так не тренировались. Вот. Написал я это мелом. Вот. Так как маркера у меня не было, но думаю, наверное, маркером было бы лучше, как бы виднее. Вот. В принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Всем пока.